Всем привет, ребята! Всем огромный привет! Это канал ASMR, первый, и я его ведущий Виктор. Для тех, кто впервые на моем канале, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Запомните ASMR One, ASMR первый. Вот, как я и обещал, я буду читать ваши комментарии из-под своего видеоролика ASMR-болталка. Вот это наша, скажем так, семейная, уютная, теплая, родная рубрика. Итак, пользователь девайс Dev1SE пишет комментарий. ASMR-1, ты занимаешься чем-то, кроме ASMR? Например, работа или другое хобби. И тут же ему пишет ответ Хацкер. Хацкер Керович работает. Да, действительно, это так. Ставлю вам лайки, потому что прочитал ваш комментарий. Я работаю, и каждое утро перед работой я записываю для вас ASMR. Вот из хобби я играю на гитаре. Это мое любимое, скажем так, занятие. Dev1SE и Хацкер Керович, спасибо вам за комментарии и от меня лично привет. Идем дальше. Артур, пользователь. У меня лично все нормально, жизнь идет своим чередом, а у вас как там дела? Артур, у меня все отлично, спасибо тебе за комментарий. Вот и привет от меня лично. Богдан Попов. Здравствуйте, ваши видео очень расслабляют. Вы лучший из лучших. Спасибо тебе, Богдан Попов. И от меня лично привет. У меня тоже самые лучшие. Коробка Бокс. Спасибо за видео, дружище. Радуюсь за тебя, что у тебя все хорошо. Количество подписчиков растет. Настроение отличное. Пусть так будет у тебя всегда. Все на высоте. Все на высоте и по красоте. Спасибо тебе за комментарий, коробка Бокс. Ставлю тебе лайк. Вот, чтобы нечаянно в другой день не прочитать еще раз твой комментарий. Привет тебе от меня. Пользователь Эль Токсик. С животными это нелегко. У самого кот постоянно жрать просит. Только прилягу, а он начинает орать на кухне. Ужас. Эль Токсик. Спасибо тебе за комментарий. Ставлю тебе лайк и от меня лично привет. Так, Тупак, 2-пак, лучший формат. Спасибо тебе огромное за комментарий и от меня лично привет, пользователь Тупак, 2-пак. Ставлю тебе лайк. Пользователь Овар. Очень приятно видеть, что качество видео и звука очень сильно улучшилось. Надеемся, в дальнейшем канал наберет хотя бы для начала 10 кусков. Я тоже на это очень сильно надеюсь. Пользователь Овар, ставлю тебе лайк. Спасибо тебе за комментарий, за то, что смотришь, и от меня лично привет. Так, пользователь Ома Фома или Ома Фома. Самый лучший ASMR. Спасибо тебе огромное, пользователь Ома Фома или Ома Фома. Вот, спасибо за то, что смотришь. Спасибо за комментарий. И от меня лично тебе огромный привет. Пользователь Бравлер 222. Вы сделали мой день, принцесса Турандот и Пописюрику. Спасибо вам за расслабление. Всегда пожалуйста, братишка. Бравлер 222. Привет тебе от меня огромный. Спасибо за то, что смотришь. Ставлю тебе лайк. Так, пользователь Серый Волк. Привет, очень мурашит, спасибо. И тебе спасибо за то, что смотришь, за то, что комментируешь. И от меня лично огромный привет. Пользователь Серый Волк. Ставлю тебе лайк. Алмаз Хусаинов. Здравствуйте. Чем-нибудь увлекались в молодости? Например, хоккей или плавание? Алмаз Хусаинов, приветствую тебя. Спасибо за то, что смотришь. Спасибо за комментарий. Да, я увлекался игрой на гитаре. Всегда мечтал
смотришь, комментируешь, держи лайк. Пользователь Злата Даймонд. Прекрасное видео, почти каждый день наслаждаюсь вашими роликами. Вы буквально спонсор моего хорошего настроения. А вы спонсоры моего хорошего настроения. Пользователь Злата Даймонд, спасибо за то, что смотришь и пишешь комментарии. Привет от меня тебе огромный. Ставлю тебе лайк. Пользователь Эвил. Очень крутое видео. Каждый раз засыпаю под твои видео. А так расскажи, как дела, как настроение. Вот я начал заниматься собой. Преодолел лень наконец-то. Ставлю тебе лайк. Пользователь Эвил. Чем я занимаюсь? Я играю на гитаре. Я работаю. Вот, а гулять мало гуляю, но по возможности тоже стараюсь это делать. Спасибо тебе за комментарий и за то, что смотришь. Привет от меня огромный. Так, лайк я тебе поставил. Пользователь Джоко. Лучший ASMR-тист. Спасибо огромное. Стараюсь, ребята, ради вас. А, значит, Джоко, привет тебе от меня огромный. Спасибо за то, что смотришь, за то, что комментируешь. Держи от меня лайк. ASMR Golden X. Привет, дружище. Ну, можно ASMR Golden X, да? Привет, дружище. Был в Дагестане. Приезжай, сделаем встречу. Привет, дружище. В Дагестане не был. Хотел бы, конечно, но, блин, пока никак не получается. У меня там, ну, очень много знакомых есть. Хочу съездить. Блин, аж прям так грустно на душе от того, что не получается. Привет тебе огромное от меня, Golden Axe. А спасибо за то, что смотришь. Спасибо за комментарии. Пользователь Канеки Ген. Ты очень хороший человек. У тебя приятный голос. Каждый ролик жду с нетерпением, потому что у тебя очень качественные ASMR-ролики. Хотел узнать, как твои дела, как работа и кошке своей. Привет передать подписчикам. Пользователь Канеки Ген, спасибо за то, что смотришь. У меня все хорошо. Работа, скажем так, увлечение, хобби. Кошку кормлю, слежу как могу. Вот, а кошке передам обязательно привет. Она сейчас спит, будить ее не хочу, а то опять орать начнет. Спасибо тебе за то, что смотришь, за комментарий. Держи от меня лайк и огромный привет, Канеки Ген. Пользователь Лен Морей. Раз уж вы пообещали ответить на все комментарии под этим видео, то решила спросить вас по поводу того, что сейчас происходит в мире. А если конкретнее, то о том, что происходит между двумя странами, названия которых всем известны. Что вы вообще про это думаете? Поддерживаете ли кого-то вообще? Если да, то почему? Я уже отвечал на этот вопрос. Я к политике отношусь очень отрицательно. Я часто записывал про это ролики. Я не люблю политиков. То, что происходит между двумя странами, это чисто политическое столкновение. Я к этому никак не отношусь. Я не поддерживаю никого. Мне хочется, чтобы это безобразие как можно скорее закончилось. Спасибо тебе за комментарий, пользователь Лен Морей. И огромный тебе от меня привет. Спасибо тебе. Ты хорошая. Так, пользователь Мария. Мария, добрый вечер, Виктор. Благодарю за видео. Канал развивается, и это здорово. Рада, что у вас все хорошо и стабильно. Знаете, стабильность в наше время – это очень ценно. Поэтому пусть лучше будет стабильно хорошо, чем непонятно. Если есть возможность отдохнуть и поспать лишние полчаса, отдыхайте. Себя и свое здоровье нужно беречь. Мы относимся с пониманием. Я думаю,
тебе лайк. Пользователь Гормнеян. Здравствуй, Гор, я тебя тоже помню. Привет, желаю удачи в процветании. Спасибо тебе огромное, Гормнеян. Ставлю тебе лайк. Спасибо за то, что смотришь. И огромный привет от меня. Пользователь Реесме. Крутой канал, продолжай снимать видосы. Удачи. Спасибо тебе, пользователь Реесме. Привет от меня огромный. Смотри почаще мои ролики. Пользователь Кивоме. Виктор, доброго времени суток. Ваше АСМР-видео мне очень нравится. Пожалуйста, делайте побольше итингов. Хорошо, дружище. Обязательно буду это делать. Пользователь Кивоме. Привет тебе огромный от меня. Спасибо за то, что смотришь. Пользователь Легенда. Вы очень милый человек. Спасибо. Спасибо тебе, пользователь Легенда, за то, что смотришь. Держи от меня лайк. И привет тебе огромный от меня. Пользователь Богдан Попов. Снова Богдан Попов. Кстати, про обещание. 4170 подписчиков осталось до 10 000. Спасибо тебе, Богдан Попов, за то, что смотришь, за то, что отслеживаешь канал. Вот от меня лично привет. Смотри почаще мои ролики. Пользователь Бир АСМР. Бир АСМР. Супер звук, приятен. Спасибо тебе, пользователь Бир АСМР, за то, что смотришь, и огромный от меня привет. Пользователь Сон Коку. Я люблю сырные палочки в масле. Это замечательно. Я тоже люблю. Пользователь Сон Коку. Привет тебе огромный от меня. И спасибо за комментарий. Все, ставлю лайки. Ребят,